get you one way or another. I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Сегодня Петергоу празднует день первокурсника. Понедельник только начался, а эмоции уже на целую неделю. Maybe next week I'm gonna meet you. I'm gonna meet you. I'll meet you. I will drive past your house. Коллективу студентов, преподавателей, сотрудников Петрозаводского государственного университета. Как планируем праздновать день первокурсника? Спать дома, тортиком на диване. Праздновать со своими одногруппниками, все в культурном формате, только за здоровый образ жизни. ПетергУ за ЗОЖ. Очень-очень весело. В соло пойдем, на ярмарке побудем. Отлично, замечательный день, мне все нравится. Качай, качай дальше. Оторваться по полной, наплясаться на год вперед. Меняем локацию, перемещаемся в ямку на Профест и БДБ. Людей много, но объединений хватит на всех. Их тут целых 22. Давайте посмотрим, чем они занимаются. Привет, представь, что я первокурсник, и расскажи немножко о своем объединении. Мы вокальное объединение Golden Voices. Ждем всех, кто любит музыку и хочет научиться петь. Вступайте в чистую совесть. У нас очень весело, всегда есть чай, печеньки, поэтому у нас очень комфортно, все дружных друг друга к новичкам. Мы Sparkle, у нас объединение Cheer спорта, и мы занимаемся уже совершенно отдельным видом спорта. Мы теперь не просто команда поддержки, но мы также выступаем на соревнованиях. Приходите к нам, танцевальный коллектив Times. Занимаемся много чем разным, очень много стилей. В принципе, вот так. Наше прообъединение называется «Книжный клуб». Мы обсуждаем книжки. Также у нас есть букурочник в главном корпусе и на Пушкинской. Что-нибудь уже выбрали из объединений? Пока нет. Нет. Пока нет. Присматриваемся. Я в театральный. Я в Лигу юмора. Ну, вроде бы пытались на K-pop Corner записаться. Я пожелаю, чтобы ребята во всем попробовали себя, нашли что-то для себя особенное и чтобы дальше они продолжали в рамках этого развиваться. Как и по профессии, так и, может быть, какой-то общественной жизни. Я уже говорил о том, что каждый год мы стараемся делать так, чтобы студенчество начиналось с самых ярких эмоций. Учиться и еще раз учиться. В добрый путь!